Приветствую. Сегодня обсудим интересный вопрос – ЕСПЧ и иск, который подала Россия. Конечно, у всех возникает куча вопросов. Почему сейчас? Почему такой иск? И что будет дальше? Ну и так далее. На своем опыте скажу, я, наверное, единственный украинец, который доказал свое гражданство в Верховном суде с предписанием ЕСПЧ. И тем более, единственный грузин из Украины, который это сделал. У вас у всех паспорта, а у меня паспорт и гражданство с предписанием ЕСПЧ. Конечно, на это ушли время и силы. И если Виктор Ющенко с подачи Педро Шоколадного и Ко, росчерком пера, лишил меня гражданства, суд его восстановил. Итак, теперь вы узнали меня чуточку лучше. Идем дальше. В Украине продолжаются встречи Кента и представителей псевдоэлиты. Я уже говорил об этом и повторюсь. Это все игра меченными картами. Кент – лоббист и болтун. Все эти встречи – не показатель и тем более не предвестник хороших времен. Аваков, Разумков, Порошенко. А кто же следующий? Может ли он им всем гарантировать хоть что-то? Нет. Может ли он им гарантировать безопасность за пределами Украины? Нет. Он выкупает компромат на Байдена? Я этого не исключаю. Но все равно игра уже вышла настолько далеко из берега, что все эти движения – это просто суета и пердеж муку. Но как для меня и для вас это наталкивает на интересное рассуждение по поводу конца эпохи дикачейни. Я подумаю, как увязать все эти перемены и вам обязательно расскажу. Давайте вспомним хронологию событий. Статья Путина, заявление Байдена и Меркель про Украину и СП-2, встречные обвинения Зеленского и закон о коренных народах, иск в ЕСПЧ. Закон о лишении гражданства в Украине тех, у кого есть российский паспорт. Кто-то, наверное, полагает, что дальше будет яростный ответ Путина. Но я в этом точно сомневаюсь. Всей той глупости, которую сделал Зеленский и его команда, достаточно для того, чтобы петля затянулась и без мыла. Кстати, по поводу визита Зеленского в Грузию. Вы обратили внимание на две вещи? Реакция Санду, Майи Санду. Я не буду ее описывать. Хорошо сделал обзор Миша Чаплыга. Рекомендую посмотреть. Ситуация полностью подтверждает мои прогнозы еще в мае. Публикации об изъятии крупных партий наркотиков на прошлой неделе. Прям какое-то показательное раскрытие схемы и перевалочной базы. В кирпичах вроде как нашли приличное количество. Погуглите, интересно. Итак, возвращаемся к ЕСПЧ. Вывод номер один. О том, что ответит Зеленский и как он себя поведет, никто из лидеров других стран уже даже не беспокоится вообще. Им совершенно без разницы, что он подготовил. Тем более, как он отреагирует. Вывод второй. Все прекрасно понимают неадекватность ответа, поэтому просто занимаются своими делами и решением своих проблем. Вывод третий. Иск в ЕСПЧ не просто иск, а целый процесс, который будет иметь тождественное рассмотрение в России. И многие факты, так или иначе, всплывут и будут озвучены. Ну а как мы знаем, по недавним событиям Россия признала главенство своего права. Вывод четвертый. Так зачем тогда ЕСПЧ, спросите вы? Все очень просто. Это коллективный шаг, согласованный Меркель и Путиным. И он решает сразу множество вопросов для двух лидеров. И, конечно, ставит в не очень удобное положение Соединенные Штаты. Европа не могла в открытую заявить, что Украина всех достала. Теперь есть формальная причина для множества блоков и отказов, чем затянуты будут процессы, тем безопаснее будет чувствовать себя Европа. Уход Меркель, подкрепленный таким иском, делает уход плавным и безболезненным. Просто прикрывает спину. Иди, говорит Владимир Путин, иди, Ангела, я прикрою. Статус обвиняемого, подозреваемого тут не важен. Кладет многие инициативы под сукно. Это значит, что все крикливые и активные персонажи, которые регулярно дорывались до микрофона в Европе, теперь будут нежелательны для посещений и выступлений. Мало кто из гастролеров также захотят лишний раз ехать в Европу на бизнес-завтраки и тырить шапки на конференциях. Просто потому, что быть в курсе процессов нужно будет, а не хочется совсем. Поэтому по обоюдному согласию Меркель пообещала задушить в объятиях санкции России в обмен на иск, который для России не сильно-то и затруднителен, как услуга. Самое удивительное, что результат в данном случае не важен вообще. Важен процесс, а процессом, судя по всему, занимался и занимает Сурков. Если мы посмотрим, когда он пропал с политических радаров и когда появился иск, можно смело сказать, свой отпуск он и его юристы провели с пользой.
Теперь посмотрим, а есть ли у Зеленского столько времени и столько специалистов с необходимой компетенцией и репутацией, чтобы теперь тянуть процесс и отбиваться. Не уверен. Кто-то скажет, был Сурков, ушел, пришел Козак, запятнали Козака, снова Сурков. В шахматах есть такой прием, когда пешка доходит до края поля, игрок берет из убоя любую фигуру. Вот и Владимир Владимирович достал с полки фигуру, способную на качественную игру. А вы что, разбрасываетесь кадрами? Каким будет результат исков, нет смысла даже и думать. Важны, повторюсь еще раз, время и процесс. Потому что мир уже давно понял, мало того, что Зеленский не политик и не президент. Он еще пытается сам везде в ручном управлении все решать. Ну вот ему, как дипломированному юристу, дали задачку, чего уровень весьма высокий для криворожского магистра юриспруденции. Теперь надо в сжатые сроки делать много чего и разбираться и с исками тоже. А что же дальше? А дальше, когда руководство полностью деклассировано, вопрос уже социальный и экономический. Но это уже другая история. Итак, своим иском Россия, по сути, блокирует несколько законов, которые напринимали слуги и попередники. Ну и, конечно, глупый закон про лишение гражданства тоже в ту же папку под ЕСПЧ. Я начал с того, что лично сам вернул себе в ЕСПЧ гражданство. То есть, если я смог, то значит и все мы сможем. Сможет ли это понять Зеленский? Сильно сомневаюсь. Но их поступки в очередной раз подчеркивают их активную паразитирующую деятельность и исключительную нацеленность на уничтожение всего адекватного. Что еще интересно добавить? Это позиция в России по данному вопросу. Стратегия получается весьма фундаментальная. Первое. Россия поднимает на мировой уровень проблему соседства в юридическом поле по закону и конституции, намекая на то, что именно в Европе, а точнее в Евросоюзе-то и нет своей конституции. Так на каком основании Европа все это время учила нас жить, соблюдая права и разыскивая в хлебе дырочки? Ну, раз так, значит, Россия покажет, почем макуха в Ростове. То есть Россия выстраивает суверенное право, как статус и символ державности. Второй момент. Начало нового дискурса, то есть формирование такого широкого пласта социальных проблематик, озвучивание которых было невозможным ранее, или же их пытались решить замять в тесных коридорах кулуарных встреч. А сейчас мы выходим на совершенно новый уровень. А я на 100% уверен, что это только начало, и последствия будут очень серьезные. Ну и последнее, к чему все это приведет. Признание наблюдательных советов преступными, незаконными, а значит компенсация и наказание. Это крайне важно, так как все эти дельцы имеют европейские паспорта. Признание власти не способны к управлению, а значит вопрос с объектами такими как АЭС, ГТС, ТЭС могут быть выведены на другой уровень, подальше от шальных рук. Признание власти, способствующее обогащению олигархов и геноциду населения. Наказание, компенсация. Все остальное вы сами понимаете. Я бы не хотел поднимать тут темы, связанные с маршами, нацизмом и прочим остальным попустительством. Все это теперь на усмотрение ЕСПЧ. Я бы лично именно такие выводы и сделал, но поскольку я уже прохожу по делу, которое также заявлено в иске ЕСПЧ, я уже даю и давал свидетельские показания, думаю, юридический каток, который накатывает на Украину, уже не свернет. Ну, никак. Спасибо за ваше время. Всех благ. Давид Жванин.